Привет! Привет. Как тебя зовут и сколько тебе лет? Меня зовут Ирина, мне 22 года. Как давно ты куришь? Курю около 4 лет примерно. То есть 18 лет получается. Да. Давай закурим, кстати говоря. Угу. Расскажи, что за сигареты ты куришь? Мальборо с кнопкой. Ну, я предпочитаю больше с кнопками, чем Там обычные. какой-то вкус? Здесь я обычный вкус кнопки. Ты обычно яблочный куришь или какой попадается? Ну, какой попадается, вот, Ну, у тебя нет пристрастия по-разному. к какому-то определенному вкусу, да? Ну, кроме лайма, вот, кроме каких-то там желтых, что ли, кнопок. А помнишь, как начала курить? Сможешь описать свою первую сигарету? Ощущения от нее там? Первое. Так, ну, меня начали учить друзья курить, в общем. Вот. И я пыталась сделать затяжку в себя, но у меня плохо это получалось. От этого у меня шел кашель, как у старого деда, сильный. Вот. Также у меня после половины либо целой выкуренной сигареты у меня ноги становились ватными, подкашивались, такое вот состояние непонятное. Иногда там плохо становилось, но Ну это редко. и тебе что, понравилось это ощущение? Чего ты продолжил-то курить вообще? А я даже точно не помню. А как вообще ты пришла к тому, что постоянно начала курить? Вот. Ну, первые полгода либо год я курила не в затяг. Баловалась. А? Баловалась, получается. Ну да. Вот. А потом как-то вот точно не помню, училась, когда в колледже перешла в техникуме, то есть на постоянное в затяг как-то научилась. Сама, то есть, научилась. Ну да. А сейчас сколько сигарет в день обычно куришь? Бывает по-разному. Иногда, ну, вообще полпачки плюс-минус. То есть иногда бывает чуть меньше. Сейчас в последнее время из-за работы чуть больше. А так плюс-минус 10 сигарет, ну, то есть полпачки. А что за работа у тебя? Я работаю автомойщицей. Прям машины моешь? Да. Классно. Нравится? Ну да, мне нравится. И зимой тоже работала? Ну вот месяца два я только работаю, но уже научилась. Но все равно эта зима, считай, застала ты зиму. И холодно вообще зимой работать там на автомойке? Да, очень. Там в боксах отопление там отключили уже тогда, когда я пришла. Не было его, и было вообще ужасно холодно. Чай тебе нормально дают? Ну, когда как бывает. А вы делитесь его между Нет, собой или... каждый Каждый себе мойщик забирает. себе забирает. А, Да. понял. Сколько подряд у тебя максимально получалось выкурить сигарет? Подряд, ну, где-то три, наверное. А когда не в затяг, 7 бывало такое. Ну, это под Там не в алкоголем затяг было. это не считается. А Угу. есть такое, что... Ты пьешь вообще алкоголь, кстати? Ну да. Ну, а есть такое, что во время того, когда пьешь алкоголь, ты прям еще больше куришь, там, 3, 4, 5, 6, там... Нет, так нет. Просто там почаще. Ну, и так, иногда. А без рук куришь? Ну, иногда так Или знаешь, удалось. там что-нибудь делаешь и куришь без рук? Вот, или там машину моешь? Наверное, на работе он не Не, разрешает, у конечно. меня так сразу дыхание задерживается, в нос идет дым, поэтому я так не это. Неудобно, в общем, Угу. тогда. Да. Хорошо. Поделай, пожалуйста, несколько выдохов через нос. И еще. Сразу вторую Сейчас. сможешь, да? Угу. Так, бучку ее и подкуривай нормально зажигалкой. А вот эти вот Мальборо, это твои любимые сигареты или у тебя есть еще какие-то, которые тебе больше нравятся? Ну, чаще всего я ЛД сотку с кнопкой покупаю. Компакт. Почему? Вот. Они по вкусу больше нравятся или как? Ну, они, во-первых, длинные, во-вторых, они с кнопкой. Вот. И экономнее так. Длинными Выгоднее. больше докуриваешься? Ну да. А где ты обычно куришь? Так. Ну, иногда дома на балконе, иногда на улице, там на работе, на улице. Вот. В подъездах или там на детских площадках бывало такое, что курило? Да, бывало. А трюки умеешь какие-нибудь делать? Там кольца пускать или как-то курить по-особенному? Нет, иногда кольца вылучались, но так не особо. Знаешь, вот чуть-чуть не затягиваясь, выпускаешь дым и носом его потом подхватываешь.
Ну, типа того, давай еще раз. Почти получилось. Вот выпускаешь, и потом носом его. Надо, чтобы... Во-во-во, немножко получилось. Поняла суть? Да. Давай еще. Не идет сейчас у нас. Щекотится нам? Нет, не могу захватить. Ладно. А ты, когда куришь на улице, плюешься ли? Нет, у меня такого нет. Только там, когда много, может. А так нет никогда. Ну, когда много выкурила, в смысле. Ну да, так.